Всем привет! Сегодня готовим наггетсы. Куриное филе порезать, как вам удобно. Добавили специи. У меня красная паприка, куркума, черный перец, соль. Добавляем кефир. Все хорошо перемешиваем и оставляем помариноваться минут на 20-30. Если спешите, если нет, полчаса достаточно. Теперь в пакет в обычно насыпаем 3-4 ложки муки и все это перемешиваем в муке. Очень мне нравится вот в пакете все это в мукой, когда я рыбу также делаю, никакой лишней грязи, никакой от муки, ничего не пачкается. Взяли, встряхнули хорошо и все готово. Теперь после того, как в муке мы филешечки обваляли, разбиваем вот там же, где мы мариновали, вбиваем туда яичко, обратно с муки добавляем в этот кляр и потом все это панировочные сухари. Все это хорошо обваляли теперь в панировочке и отправляем в хорошо разогретое постное масло. Обжариваем с двух сторон и убираем на салфеточку. Посмотрите, какая получается прелесть. Все быстро, вкусно, не надо тратить лишних денег. Ну и опять-таки мой любимый рис с овощами, салатик к гарнирчику. Вот так вот вкусненько очень получится. Обязательно попробуйте, вам понравится. Рецепт риса есть на моем канале. Всем приятного аппетита, до новых встреч. Спасибо за лайки, за ваши комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Посмотрите, очень нежная, сочная получается филешечка. До новых встреч!